Фамилия, имя, отчество? Амоян Рафик Хабирович. Амоян Рафик Хабирович? Дата и место рождения. Смотрите в камеру, пожалуйста. В камеру, пожалуйста. 63-го года рождения. 63-го года рождения? Да. Месяц, дата? В октябре. В октябре число? 22-го. Национальность? Езди. Лезгин? Езди. В камеру, пожалуйста, смотрите. Место прописки? Адыги. Полностью. Как туда и Адыги? Поселок, номер дома. Как туда и А, там нет, да? Нет. Место проживания? Краснодаре. Полностью. Комсомольский. Ну, улица, дом. 112. Комсомольский. Да. Микрорайон. Улица какая? Сормовская. Сормовская, 112, квартира? 32. Место работы? Не работаю. Последнее место работы? Не работаю. Не работаете вообще? Вообще. И не работали? Нет. Вы болеете? На группе или как? Ну, не работаю. Приводы в милицию судимости были? Приводы в милицию судимости? Да, были. Ну, 3 раза. Первое, второе. Каким судом? Где статья? Ну, краж, карманный краж. Ну, первое и последнее. Да. Когда первое было? В каком году? 98 год. 98 год. Где? Ереван. Ереванским судом, да, осуждены? Статья какая? Карманный краж, не знаю какой. Ну, не помните статью? На сколько лет? 3 года. Где отбывали? Ереван. В Ереване? Последняя кража, статья судимости. Тоже такой же. Там же, все в Ереване, да? Да, Ереван. И первая, вторая, третья, все в Ереване осуждены по краже. Да. И там отсиживали, да? В Краснодаре чем занимаетесь? Я часто бегаю, не бегаю здесь, я в Москве бегаю. Вы проживаете в Краснодаре, но постоянно в Москве? Да. Ездите в Москву и там проживаете, да? Чем занимаетесь там? Да ничем. Ну как, работаете, что-то торгуете? Вообще ничем? Ничем. Рост какой у вас? В камеру, пожалуйста, смотрите. 1,60 м. 1,60 м? Налево повернитесь. Другим боком. Ко мне. Ко мне лицо. Кем вы выявляетесь в среде своей? Вор закона. Когда коронованы? 15 лет. 15 лет назад? Да. Ну это какой год был у нас? 90... Так, сегодня 3-й. 93-й. Это 88-й год, да? Да. Вас короновали. Где? Я Ереван убили постоянно. Там же в Ереване карнавали, да? Да? Ясно. Ну а здесь вы как? Вор, я вор в законе. Ну и в Краснодаре все, да, вас приняли. В любом месте. В любом месте вы